Он был добрым и требовательным, ни минуты не сидел без дела, горел на работе и слишком рано сгорел. Так коллеги и ученики говорят о Владимире Середавине, который 27 лет возглавлял Самарскую областную клиническую больницу. Я как руководитель сестринского коллектива могу сказать, что его сестры очень любили, уважали и очень ценили его мнение, потому что он знал, понимал и очень ценил сестринский труд. Несколько минут почтить память и возложить цветы к памятнику талантливого хирурга и снова на свои посты. Профессия врача не позволяет расслабиться. Пациенты ждут. Ведь, как учил Владимир Середавин, здоровье превыше всего. Очень тяжело строить работу, когда лишаешься такого учителя. И много лет ушло на то, чтобы добиться того, чтобы, скажем так, уровень медицинской помощи не снижался. Потому что потери эти, они значимы. И в любом строю, в любой битве, когда падает в первых рядах один из самых сильных бойцов, нужно время для того, чтобы строй сомкнулся и успешно продолжить это сражение. В 2003-м заслуженного врача не стало, но память о нем остается. Как остается и дело всей его жизни, развитие больницы и спасение человеческих жизней. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.